Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки. И у нас на летсплее сегодня игра Snake Pass. Еще одна замечательная, яркая, красочная игрушка про приключения вот этого милого змееныша, который, как всегда, будет спасать мир, как я подозреваю. Игра на английском языке, но я постараюсь разобраться. Давайте с ней знакомиться. Итак, здесь есть вот по частям, да, получается, по мирам. Я пока не могу переходить в следующий, у меня только один доступен. Парадис. Это что? Пляжный какой-то мир. Итак, смотрим. Какие-то кристаллы. Что это вообще? Нудл, это зовут так нашего змея. Ну, я его просто змей буду называть. Нудл, нудл. Змей, змей. Вот он такой спит, наверное. Подъем, подъем. А что-то случилось, в общем, ворота. Ворота разрушены. Я не могу это исправить. А, короче, просыпайся. То есть, вот это проснуться, да? А, прикольно, слушайте, это вот двигаться. Посмотреть по сторонам. Так, а это ползти. Прикольно, слушайте, вообще. Я так подозреваю, что мне сюда нужно, да? Обалдеть, класс, мне уже нравится. Неважно, о чем здесь будет писать, но самоуправление этим змеем, это вообще класс. Так, что, пока ничего. Мне нужно сюда. А, нужно собрать вот эти все, даже не знаю, как их назвать. Кушаю, а я буду длиннее становиться. Интересно на себя посмотреть со стороны. Наверное, да. А, в общем, нужно быстро это сделать, да? Так, вправо-влево, вправо-влево. А, будет получаться мне это делать быстро. Так. Это типа такая обучалочка, типа небольшая, да? Ух ты. А, даже прыгать змей может. Прикольно. То есть подползаю и... А, просто наверх ползу, типа. Ох ты, ничего себе. Давай, давай, давай. У тебя получится. Класс. Так, это типа контрольная точка. Ох, а, нет, видите, я маленький. То есть я ел-ел. А, походу, короче, толку от этого мало. Я думал, я там вырасту как... В змейке, типа, очень-очень сильно. Класс. Ой. Блин. Тихо-тихо-тихо. Назад. Вот. Еще вверх. Осталось два этих светлячка, в общем. Да, вот они. Так. Кейстон, короче, потерялся там, да? Мы это типа, наверное, кристалл. Мы должны найти его. Так, ладно, ползем. Ну, типа, кристалл потерялся, нам нужно его найти. Ну, логично. Как-то ускоряться можно? Жуков каких-то кушать. Так, ладно. Это мы, наверное, пойдем вот сейчас за первым кристаллом. Окей, ничего себе. Все, вот мы все этих светлячков собрали. А куда мне дальше вообще? А, вот сюда, может? Ну, в принципе, хоть он ползет и медленно, но зато без задержек всяких. Вот мы взяли эту штуку. И теперь должны вернуть на место, или как? А, вот они все есть. И теперь откроются ворота, да? Ага, прикольно. Как? А, можно все-таки ускоряться, видите, да. И теперь все время быстро ползет. Ну вот и ворота, наверное, откроются, да? Или нет? Ух ты, да. Ну что скажешь, помощник мой? Мне сюда спускаться или нет?
О, смотрите, все. Вот получается первый этот этап. Ты сделал это. А что за вот эти 5 каких-то кругляшков внизу? Не знаю. Ладно, продолжим. Это просто такое обучение было несложное. Так, как переключать их вообще? Я не могу понять. Это типа, наверное, на джойстике нужно. Может, правда, надо было джойстиком пользоваться? Ладно. Так, второе это... Не знаю, что? Короче, второй уровень. Вот мы с этого портала появились. Хоть уже не спим. Так. Мы должны убедиться, что с вратами все хорошо. Ну и собрать все вот эти штукенции. Так, ну что, хватит. Лежать. Належался. А, нам нужно... Плохо, что он не растет. Если бы он рос, было бы классно. Так, как вот? Видите, он не может. Так, просто... вот, а так может. Нужно как-то вокруг обвиваться, да? О, видите, как высоко он смог подняться. Это все еще предстоит изучить, понять. А, так, посмотри, в общем, как высоко. Видите, да, как я и делал. Нужно обвиваться, чтобы подняться. В принципе, логично, но я сначала хотел туда вот. А, ну вот тут же тоже можно подняться, да? То есть вот так вот. Ой-ой-ой, тихо. Вот так, видите, вот. Как настоящий змей, то есть он себя ведет. Супер. Здесь больше ничего интересного нет. А если вот здесь? Класс. Вот чисто так посмотреть. Ох ты, смотрите. А, получается, он поддерживает меня, и я быстро ползу, да? Супер. А если еще раз shift нажму, видите, он отпустил, я уже ползу медленно. То есть, надо, когда вот такие пространства преодолевать большие, то лучше с помощью помощника. А если маленький, то надо его отпускать, пускай отдыхает. Так, ладно, смотрим. Оп. Ой-ой-ой. Ай, неправильно. Вот, получилось. Ой, только мне ж нужно было не рухнуться, вот хорошо. Так, ползу дальше. Видите, здесь нужно сначала. А теперь сюда. И не грохнуться. Давай. Ай, не получается. Все, все-таки сделал это. Ладно. Ха-ха, класс. Видите, как он классно так кружится, вообще обалденно просто. Физика именно этой игрушки вообще зашкаливает. Зачем такие вот островки делали? Что-то здесь, наверное, есть. Не знаю, ладно. Пока идем просто дальше. Видите, зацепы. А, вот, видите. Типа небольшой секретик такой, да? Ага, там уже ничего. Отлично. А сюда не смогу добраться, да? Нет, через низ нужно. О, нет. Короче, а все эти сферы пропали. Вот они все, да? Мы должны их 3 штуки вернуть, чтобы пойти дальше, в общем. Вот все они есть. Какая-то монетка золотая. Так, ну-ка, здесь мне нужно просто ползти, да? А, блин. Куда ж ты? Получится у тебя. О, получилось. Короче, как-то я взял ее. А, и там тоже, видите. А в воду я могу вообще ползти? Да, могу. Не проблема, вода. Хорошо, в принципе, да, змеи по воде ползают. Давай быстрее, а то что ты медленно как-то ползаешь. Так, самое теперь сложное здесь будет. Оп.
тихо. Чуть-чуть в сторонку еще. А он сам уже в шоке. Скажи, я на такой не подписывался. Вот. Теперь нужно пока и здесь посмотреть. А, вон для чего вот эта большая нужна была. Видели, там сверху тоже что-то было. Ну, давай. Ого. Здесь по-всякому можно. И главное, в общем, переплетаться. О, получается, видели? Ну, не всегда с первого раза, но получается. Супер вообще. Просто огонь. И вот так вокруг теперь, да? Оп. Класс. Так, что здесь? Опять, наверное, что-то есть, да? Раз вот здесь такие возможности. Не совсем правильно. Давай опять вниз. Так, тихонько. Что-то ты вообще спустился, друг мой. Скользкий. Да, что такое? Не получается у него. О! Давай. Ты что же здесь? Тут уже высоко падает, так что не советую. Ох ты, куда он? Видели? Куда он? А, блин, он упал. Как же так? Точка. А, это сейчас тут был, да. Слушай, ну как ты мог упасть? Теперь же далеко сюда ползти. Как-то я что-то потерял нить что-то этой динамики этой, как он поднимается. Или он устал, может, нужно перекусить. Птичка, можно это всем? Вот опять. Так, еще раз. Может, просто надо было с другого ракурса, как бы. Видите, он падает у меня. Блин, опять. Ого, грохнулся. Не, красиво, конечно, классно. Давай, у тебя получится. Умничка, только дальше не глупи, как в прошлый раз. Опять куда-то пополз, слушайте. Ну почему? О, я хоть выполз. Не сюда, куда нужно. А, монета золотая. Она, кстати, здесь не одна. Давай. О, у тебя получилось, красавчик. Ай, здесь 5 штук, ничего себе. Ого, то есть это вот те монеты, что я говорил, какие-то кружечки, которые я в прошлом броне не взял. А ты интересно, а ну зато можно здесь посматривать все вокруг, да? Вот это кристаллы, а где вообще все монетки? Ладно, давай. А, видите, он меня поддерживает. Ладно, это было прикольно. Так, ну это теперь вообще должно легко быть. Да. Нажми правую кнопку. Что? Для чего? Я не понял. Что за правая кнопка? Короче, взял. И что? А, тоже 3 штуки нужно, да? Ух ты, как красиво. Получилось, только я вот, скорее всего, туда не запрыгнул. Ага. А там, там еще. Или там еще монетка. Ничего себе. Я грохнусь теперь вместе с этой монеткой. Интересно, мне ее оставят как бы или нет? Непонятно. Ладно, если мне ее засчитают, то можно и грохнуться. Вообще мне больше нравится, когда я быстрее ползаю.
Ханук, поддерживай меня. А, в воде вообще он медленно, видите, ползет. Это была плохая идея. Нет, короче, получается, не засчитали меня, видите. Эти все сферы остались здесь, потому что я упал, типа разбился. Блин, плохо. Так, подождите, что и монета там осталась наверху, увидели? Ай-яй-яй, то есть мне нужно, эта монета будет дальше ползти. А почему ты медленно ползешь? Мне опять сюда нужно сначала все делать, да? Ой-ой-ой, как же обидно. Буду знать, что нужно перед такими местами сохраняться. А я почему-то не думал, что я там совсем разобьюсь, до этого не разбивался. Ага. Так куда ж ты, куда ты? Он тоже расстроился. Приходится делать то все заново. Что-то я вот до конца не пойму, как он так действует. Получается, конечно. А там вот как-то оно не совсем так у меня получается. Не пойму почему. Ага. О, слушайте. Отлично, прям сразу. Ха-ха, такой довольный. А можно, допустим, опять точку сохранения выбрать? И как-то вот... О, он, да, сохранился. Все, в этот раз я так не ошибусь. Так, тут все взято. Короче, я пока пойду подальше. От того места, где я упал. Все более такое легкое сделаю. А потом уже сохранюсь. Так, смотри вокруг, короче, тут есть что-то важное, да? Оп, вообще без проблем, отлично. Так, нашел желтое. А там что? Там что-то есть? Нет? Как туда упасть? Не знаю. А, вот монетка. Но здесь нужно, опять же, быть очень аккуратным. А я вот это не совсем знаю, как. Да, ты видели, как-то я вырулил, короче. Чуть не грохнулся. Зарекался в такие опасные места не соваться, пока вот... пока... Ох ты, видели? Класс. Пока не сохранюсь. Я не пойму, что правая кнопка. Вот меня хотят. Понятно, что вот так по всем местам пройтись. Это ж не сложно. Там тоже монетка, хорошо. А, я взял вот. Совсем все просто. Так, третья. Здесь ничего нет. Там вот зеленая, которую я уже брал, но профукал. А вот там непонятно что. Ладно. Перья. Так, ну что, можно пойти теперь тем сложным местам. Так, еще раз сюда. А, ну, в принципе, так легко это все было. Сферы как бы у меня уже все есть, здесь можно типа отсюда выходить, да? Ну это ж еще не все. Так, монетки. А, вот четвертая, а там пятая, вы поняли, где? Где я погиб? Мне нужно сначала сейчас сохраниться, все-таки, мне кажется. Птичка, почему ты не хочешь меня ускорить? Сюда опять забраться. Да, давай, получится, говорю, получится. Вот.
вот, все. Сохранился. И можно с этой монеткой топать. Не, главное здесь вот сначала не упасть. Не смогу так поползти. Вот. А, нет, опять я упал, видите? Вот я падаю, я не могу за нее, получается, зацепиться. Не знаю, либо я что-то не так понимаю, либо... У меня тут вообще ничего не получается. Либо я ничего не умею. Вот, по идее, можно я уже пойти к выходу. То есть закончить этот уровень. Да-да, я типа не все возьму. Меня так не устраивает. Тихо-тихо. Давай, бери монетку. Ну, давай, ты же уже понюхал ее почти. Ну, пожалуйста, вот, выбрался. Не знаю, как мне это получилось, но я выбрался. Фух, все. Наверное, с 10-й попытки. Не сказать, что я правильно все сделал, просто повезло. Вот раз он как-то и не упал. Фух, я точно всех светлячков взял, будет обидно. Итак, расставляй. А, это он мне помогает расставлять, да? Раз, расставил. Два, расставил. И три, расставил. Все, можно заползать в следующий портал. Заполз. Класс. Смотрите, три кристалла взято, естественно, иначе я бы не вы... Я где-то одного светлячка потерял. Обидно. Так из-за этих монеток мучился, а светлячка где-то, видно, там внизу потерял одного. Либо, может, я его уже брал, а потом просто после того, как погиб, не взял, не знаю. Так. Ну что ж. В принципе, я думаю, парочки уровней хватит для первого обзора. Для вашей оценки. Здоровская игруха, такая в меру сложная, интересная, красочная. А если она вам понравилась, то поддержите это видео своим лайком, пишите комментарии, свои рекомендации, пожелания. Ну и оставайтесь с нами, впереди много интересного. Пока-пока.